суток. Сегодня у меня на обзоре вот такой вот интересный, как вы видите, кубок, кувшин. Огромный, большой, оригинальный, необычный. Почему я его и приобрел? Это я показываю на нем гравировку. Внизу тут на пьедестале можете разглядеть. А вот он такой, видите, смотрите. Я когда увидел, понял, что такой экземпляр должен быть у меня. Ну, голова это, видимо, фазан похож. Такой, видите, клюв у него. Ну, сам кубок немецкий сделан, естественно, тоже в таком же стиле, да, похож. И стилистика у него такая довольно-таки серьезная, немецкая. Вообще немцы любят орлов, как вы знаете. И здесь у данного кубка, с одной стороны, такое сочетание строгости и довольно-таки оригинального, интересного декора и отделочка такая. И в этот кубок я залил прям вот 3-литровую банку под самую завязку. Так что объем у него 3 литра. Этот вот, видите, у нее такая ручка оригинальная, видите. Интересный дизайн, серьезный такой, мужской. Ну а наливать в него что можно? Естественно, может быть, они из таких кубков пиво там у себя пьют, типа на Октоберфеста, да? Ну или вино. Вот, видите, я показываю. Я специально отлил, чтобы вино мне тут на стол не разлилось. А так вот прям под самую завязку, как я говорю, 3 литра залезает. Состояние вполне неплохое. Вот, кто хочет, может молочко пить, кто винцо, кто пивко. Все выливается, прям получается интересно довольно-таки, потому что из клюв там вода льется, как будто фазан тут водичку. Можно пускать на фонтан, очень будет напоминает, когда воду льешь. Ну а так, как я говорю, экземпляр очень интересный. Мне, когда я его покупал, заявляли, что это 19 век, но я сильно-сильно сомневаюсь. И по состоянию, и металл недовольно-таки не такой тяжелый. Где-то у него, по-моему, 32 на 32 максимальные у него размеры. Ширина, высота, глубина, по-моему, там что-то в районе 15 сантиметров. Даже если он там начало века, может быть, там середина века, хотя стилизация, естественно, у него там 19 век, меня он вполне устраивает. Потому что, как минимум, для меня интересный вполне предмет декора. Но если кому-то поставить там его в кафе, да, там для антуража, то вообще, по-моему, будет прекрасный экземпляр. Ну а так, на сегодня про этот кубок, кувшин, все. Понравилось, ставьте лайки, тогда я буду чаще делать обзоры и видео. Ну а те, кто еще не знает, я занимаюсь предметами винтажа, декора и антиквариата в широком ценовом диапазоне разных стран, времен и народов. Так что, если вам интересно, подписывайтесь и будете следить за новинками. Всего вам доброго, до новых встреч, не болейте. Спасибо еще раз за лайки, за просмотр, и будет большая благодарность вам за репосты моих видео. До новых встреч!